Первый вопрос. Что вы знаете о Бородинской битве? Одно из важнейших сражений наполеонских войн 1812 года. Происходило, точно не помню, в 20-х числах августа. Под Можайском, там это 110, по-моему, километров от Москвы. Вот, это армия Кутузова, русская, и объединенные силы Европы, командование Наполеона. Ну, там долго можно говорить, в общем-то. Результаты сражений до сих пор как бы оспариваются. Французы говорят, их победа, мы говорим, наша победа. Вопрос спорный до сих пор, прошло 200 лет. Так, даром дядька. Кто с кем воевал, там, в каком году? Стесняюсь, это было 1821 год. 12-й, да, точно. Ну, Бородинская битва – это решающее сражение Первой Отечественной войны, которая, в общем-то, закончилась в ничью. Французы не разбили русских, русские не смогли разбить французов. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о Бородинской битве? Что, простите? Ничего. Ну, Россия и Франция воевали вроде. В каком году? 1812, да? Ну, я там не участвовал. Дедушка мой, да, принимал участие. Снаряды подвозил. Для русской артиллерии. Все, что вы знаете? Нет, ну, битва тяжелая была, но окончилась более-менее в ничью. Но какой счет был? Армия, это была смертельная ничья. Потом они побежали, и все, и пропали французы. Еще один спорный вопрос, это что делал слон, когда пришел Наполеон? Нет ответа. Хлопал ушами. Ну, наверное, ел ветки. Но он травку жевал. Ну, это шутка, он ел траву. Когда он был на поле, он ел траву. Продолжите знаменитые строчки нашего поэта. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят еще какие. Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Дальше. А ведь были годы молодые, но говорят еще какие. Недаром помнится Россия, про Бородина. Дальше. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Благодарю вы. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помню, вся Россия день Бородина. О дне Бородина. Ой, господи, не помню. Спаленная пожаром французу отдана, ведь были схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнится России про день Бородина. Дальше. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Как у доски стоит. И что-то там про чистое поле. И дальше что-то тоже было. Недаром помнится России про день Бородина. Тоже был. Недаром, дядя, и скажи. Сколько лет было Лермонтову, когда он погиб в сражении при Бородино? Лермонтов не погиб в сражении при Бородино. Он родился спустя 2 года, он родился в 1114 году. Интересный вопрос. 56? Нисколько он не участвовал при сражении при Бородино. Почему? Потому что он родился после него. Ну, я могу предположить, что, не знаю, а что около 50. Ну, он не погиб, но ему было, наверное, 1-2 года. А может, он и не родился. Надо уточнить по этой энциклопедии. Какое участие принял в Бородинском сражении, в принципе, в этой войне Иосиф Виссарионович Сталин? Никакое. Кто он возглавлял? Я под подсказку даже дам. Ничего. Никакого абсолютно. Почему? Ну, потому что он родился позже. Никакого. В смысле? Не было его. А где он был? Сталин был в Великой Отечественной, во Второй мировой войне. В Первой мировой где был Сталин? В животике не было его даже. Ну, решающе. Он выступил по радио, призвал народ. Все крестьяне поднялись.
вывинтили лампочки литья, закидали ими французов, и французы в панике бежали. То есть за Сталином было решающее слово.